Ну что ж, ребятки, пара замечаний, которые вы мне предъявляете. Значит, я не использую слепительные гранаты против тварей, у которых растет херня из головы. Согласен. Я забываю, что она их ваншотит. Так что попробуем исправить. Так, ну что, мы хотели пойти... Первая голубая миссия, которую я завалил, к сожалению, которую я уже не смогу сделать, это была вот эта. Так что стопроцентно пройтись не получится. Жалко. Теперь мы должны найти воронье гнездо. И не забываем, что тут эти твари как-то возрождаются. Пойдем вот сюда. Пройдемся по комнаткам. Не факт, что тут будет пусто, кстати, да? Ебучие рыцари могут появиться. Тут где-то миссия была подсвечена. Тут рыцарь. Нет, не тут. Так, ладно. Я понял. Тут была подсвечена побочная миссия. Ну ладно, я так понял, что я зря сюда пришел. Да, я прошел, я просто вернулся, я думал, ключиком нашел. И думал открыть, а там оказывается какой-то особенный ключик. Ну, сюда смысла не идти нет. Да? Хуёво. Надо было открывать за Эшли. Сейчас остается только пойти в этой машинке. Надо еще гнездо вороны найти. А вон ворона, подожди.
Это гнездо? Короче, гнездо ворона где-то здесь. Наверное, он наверху где-то, нет? Ты пропустил? А я пропустил вот это вот четыре входа в эти, как их, москитос. Да. Эль москита. However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Oh, shit. Siesta. Siesta. Есть бомбочки что-нибудь взорвать по дороге? Он не умер? Их было 16, я первый только увидел. Я до хрена пропустил, походу. Так, я понял, по-моему, что мне надо сделать.
Мне кажется, я пропускаю в дохуя сокровищ вот так вот, ходя, да? Ах ты, сука! Вы прикалываетесь? Это ничего? Я знал, что это какая-то хуйня. Ой, они бегут. Это Dark Souls, нахуй. Они типа бесконечные, нескончаемые будут? Так, я песетос набрал. Подожди, а такую, да. Короче, денежку у меня уже накапливается. Тихо-тихо. Вполне неплохо. Экстравагантные часы, даже так. В которые можно засунуть две штуки. Вот этих прямоугольных нет у меня почему-то. Lift. How thoughtful.
А если я вниз хочу собрать все ништяки? Включая тот, что я подстрелил. Профессионале? Ну, может быть, да. Там чук просто, помимо того, что сложнее будет, еще что-то есть. Сейвиться надо. А, ну да. Ну я и так, в принципе, сейчас на чекпоинтах. Фактически не. Не умираю. Блять. Вот и чекпоинт, нахуй. Ебать, я должен был догадаться, походу. А где это гнездо ебучее? Может, тут где-то оно? Ебучее гнездо. Я не знаю, здесь нет нигде гнезда. Я так понимаю, что если гнездо где-то и будет, оно будет на улице, вот здесь. Praise the sun! Dark Souls момент. Окей. Гнездо есть это? Напоминает еще Return to Castle. Castle Wolfenstein. Помните такую игру?
Я понял. Ага. Ага. Shit, my body armor. Как он нахуй так кинул гранату? А как туда забраться? Через дырку его, наверное. Так и да. Так. Невебенная хилка. И одна хорошая хилка. Где птичье гнездо? Я не хочу смотреть в гугле. Если я посмотрю в гугле, я не знаю, не получу того удовольствия. Но с другой стороны, мне нужны деньги. Понимаете? Деньги мне нужны. Или ебучее птичье гнездо, я без понятия вообще. А, сука, вот. Не? Там гнезда нету никакого. Так, продать это, продать это. I'll buy almost anything. A deal well struck. Здесь и так донатной картой пользуешься, ну да. Что в принципе я могу купить? Только прицел мне нужен. По-моему, я накупил говна всякого, да? Да. А, подожди, подожди, продать. Нахуй не нужен. В принципе, я на всякое говно просто потратился. Я улучшил даже болтомет. Сейчас болтометом попробуем немножко.
сказал Давуд и перешел на пистолет. Loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sadler's... You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Allow me to show you that which has been granted by my master, the power of your God. По-моему, здесь не надо было гранатомет. За титка. Бля, я ебу вообще нахуй. Остановись нахуй. Музыка какая-то, блядь, из... диснеевского мультика какого-то, нахуй. А он, знаете, на кого похож? Думе летающие были? Летающие шарики были в Думе, помните? Демоны. Бать, он на самом деле много пиздит. И музыка из Аладдина, нахуй. Так, тихо, тихо, тихо. Блять, эти хуйнюшки меня просто бесят нахуй. Чувак, я не вижу. Он сквозь текстуру нахуй летает. И его блевотина тоже. Вот что, откуда нахуй он меня попал? Такое безобразно нахуй сделано, блядь, вообще босс. И просто меня ваншотнул. Не, полная хуйня, поебень, пиздец нахуй, блядь, вообще. Bullshit. And so,
study a crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like? Do your own actions. Блять. Бля. Блять. Там просто нету ворота, да, я так понял? Да, я не наступил нахуй в это говно, блять! Я два раза пульнул нахуй из магнума, ему похуй. Просто омерзительная сучара, блядь. Я даже не знаю, как я вот сейчас, когда меня должен был попасть.
Из него ганпаудер аккуратненько выпал. Короче, просто нельзя стоять на месте. А где он нахуй вообще? Как он нахуй не попал же у меня, это же пиздец. Отлично. Не торопись, Леон. Даже инвентарь не открывает. Чё? Никто не торопится нигде. Очень уёбищное нахуй, блять, управление и... Давай еще раз, просто умру нахуй. Ну как? Что мне делать?
Блять! Ну вот, блядь, когда мне в него выстрелить? Когда? Бля, я просто в ахуе, нахуй. Я ничего не вижу, просто заблёван весь экран, нахуй. Я даже не знаю, по-моему, там какой-то типа Димаш про... И типа он защищен, да, наверное, когда его только я ёбнул ножом, его типа нельзя бить. Отлично. Встань, пожалуйста. А, я не могу на магнум сделать патроны. Просто потом очень заебываю вот это заново проходить, потому что ты знаешь, что он не умрет. Неважно, сколько раз ты в него будешь стрелять, то есть неважно, как резко ты там грамотно будешь играть,
Его ваншотнуть типа нереально. Надо именно через все эти вот, вот это вот все проходить. Через стадии проходить просто, блин. Да-да-да, типа нереально, блять! Ну быстрее! Давайте так, три раза, да, наверное, надо будет его сделать. Больше трех раз, я считаю, что будет пиздеж. Нет, 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 нет! Блять. Не обязательно ножом именно. Сука, вот это блядство. Ну, снайперка, он, блядь, движется нахуй, теребонькается влево-вправо. И вот сейчас, опять-таки, неважно, сколько раз я попаду, как попаду, то есть... Я не смогу попасть до определенного какого-то в игре чекпоинта, да? Игра типа решила, что вот на таком этапе только можно будет его продамажить. Тогда я его продамажу. Может, я хуйню несу полную, ребят? Но мне кажется, что это так. Может, и хуйня. Разраб из Капкома, что? Вот видите, сколько раз нахуй я в него уже попал? Определенный момент, когда только я смогу. Сколько он блюет, нахуй? Отлично. Бля, ребята, я не успел встать на ноги, нахуй! Бронька спасает, кстати, да? I'll save your eyes for last. I shall dream of where we are.
Отлично. Отлично, супер, супер. Все по чесноку. Не вставай, Кеннеди. Да вообще заебись, давай мне прямо в жопу засунь эту нахуй хуйню. Он не остановится? Пацан, я даже близко не находился с ней. Все, все, три, хватит, да нет? Ребята, три это честно. Блять. По чесноку было бы три. Как? Я даже знал, что это придет, и я увернулся. Нет, 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 нет. Бля, нет, ну я умоляю вас, пожалуйста, я не могу больше это проходить. Нет! Как? Блять! Салазар, блядь. Ну, очень уёбищная, нахуй, блядь, босс. Очень безобразный, нахуй. Дело даже не в том, что он сложный. Дело в том, что он утомительный, нахуй. Он просто заёб. Знаете, заёб. Чисто заёб. Die, I see you.
decide. Either way suits you wonderfully. Я знаю, что там было бессмысленно стрелять, но я просто от того, что я уже заебался нахуй. Так, что у нас тут? А че я подобрал-то нахуй? Нет, блядь, броник спас. Но броник уже не осталось почти. Едва у меня не скушал, да? No offense, бро, он умер с третьего раза? Ай, бля. Гнездо птички я так и не нашел.
Да, заново Салазара поебашить, да? Ну, пиздец, как там, не спрятали нахуй это гнездо. Ну, денежки не хватит, смотри, ресурсов-то дохуя. Капитан Краузер. Хуяузер. Ох, ебать. Отлично. Я очень хуёво сыграл. Ну и похуй. Not bad, right? Так. Закрой свои глаза. За них шпинели дают. Я обосрался, мой лорд, мой господин. Так называлась записка. Которую мне читать, если честно, не очень интересно. Perfect. Won't have to swim after all. Давай. Ушли ребята смотреть Диабло. Кстати, Диабло 4 очень сильно жду. Напишите ваши ожидания. Буду играть на персоналке, но с геймпадом. Как он такой? Комбинация. Straight answer.
Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. Here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Of my life. Так, 13 глава, это, по-моему, всего 15-х тут. Идите за Эшли. Да. Тут уже вот эти пулеметы и так далее будет. О, привет. Что у нас тут? Короче, наше время еще придет, какие-то угрозы там, херня. Что мы можем сделать? Болты, это полная хуйня. Я предлагаю вот так вот сделать так. Сделать так. Найти красненький, синенький, зелененький. Подожди. Такие по одному каждый, да? У него новый предмет какие-то. Опа. 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 Не смотря даже, сразу закупил. 3 золотых теперь у меня есть. Такая хуйня, такая хуйня. Кубический предмет, который уже не нужен, походу. Шестьдесят кусков у нас. А чё у него нового?
Killer 7. What you see is what I've got. Может, продадим пистолет, который у меня есть? Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. У него 20. А, это Magnum, который с прицелом. Думаю, пока что хватит. В принципе, вот это вот получилось, что бесполезен, да, сторож. Ну ладно, ребята, будем продолжать позже. Всем спасибо, с вами был Давуд. Пока.